Саппорты нужны обязательно. Фу-ху-ху, таким быть. Саппорты разлетаются, как горячие пирожки прям. Хочу починить. Типа первый день КД. Логично. А второй, блин, какой первый? А чипс у кого-то есть? Эршам 244. Угу. На пофиг, 2 эршама будем. 2 эршама это нормально будет, нет? Да. Хуёво будет. Жезл науки стоит 45 тысяч. За 45 тысяч навряд ли его покупает кто-то. У меня этот был, как его называют. Чудесный мешок Экфирия. Он тоже там 40 стоял и так далее. Никто не покупал. Вчера Дамский продал за 45к. Че, давайте, Дис. Понимаете, сумма. Сейчас я починюсь, Дискорд скину ему. Т4 у этого нового есть, у старого, по-моему, нет у нас Т4, да? Тыкайте в эту хуйню. Два Т4. Хуёво. А, да на... нормально. 4 Т4. Здрасте. Короче, вар, тут основной момент именно поймать ее хорошо и поставить. Вар, это не парься, я поставлю, ты это на последней фазе позабираешь и все. А парихаст работает у него, нет? По-моему, нет. Мастерство важно. Забей хуй на мастерство, на всех драконах парихаст. Забей хуй, говорит, на всех драконах парихаст. Да. Это типа червей дают за этих червей? Вол, еще раз. Нет, каких червей за каких червей? Ну, ну, типа, которые щупальца вылазят. Не, это черви из-за червей. Короче, это, мы на прошлой неделе били, у нас ДК танчил, его вообще с руки не пробивало. Вот прям ноль урона. Его только дыхание чуть-чуть било и все. В общем, я взял грудак, колечко и на запад черновом резист. Так, а, ну давайте драконов убьем, потом все расскажу, объясню. Погнали, блять. Саппорты все возьмите, ребят, это прям обязательно здесь. Очень важно. Прямо сейчас убиваем. Блять, саппорт забыл. На правого гол, блять. У меня есть 2 штуки, киньте на пролом обмен дам. Смотри, когда взлетает, можно ему этот дать. Какого? А, таунт. Можно вредить, не поворачивать его. Я только не знаю в какой момент, но там в какой-то момент можно таунт дать, и он остановится. Че, говоришь, рейд повернуть? Я в точку спрячусь. Там шамана одного не засуманили. Нет, здесь я. Все здесь. А, мне надо будет слетать, еще барабаны другие доски купить. У меня есть. А, ну все, да. Вот таун, уже... таун попробуйте. Я дал. Да, бесполезно, хуйня. Вы уже заменили, да? А у нас на том КД что-то сделали люди, и он сразу спустился. Я не знаю. Затаунтили. У нас тоже ДКшка таунт нажал, и там в какой-то момент нужно. О, смотри, я нажал, видишь? Он там, спустил. Короче, в какой-то определенный момент надо. Ой-ой-ой. Ну, во, видишь, это после вот этого скилла. Тебя сложило, изи. А чего ты дохнешь, шаман? Выйди с лужи, тебя лужа бьет.
Лужи шире, чем нарисованы. А что, у нас теперь будет два шамана хилить? Не, он не крипал, он даунт нажал именно, а он такой раз подлетел, ему друид хор не дал, и все, мы били. Джипси, у тебя ДЦ есть? Нет. Где вы? Как так? Как нет? А я убрал. Ага. У меня два спека, один для Т4, другой для Т10. Вот, всё, делать будет. Заришь бы дело, говорит. Так, Рога, ты этого бил, как его, Сапфирона хоть раз в Наксе? Сапфирон, наверное, посложнее синдры будет. Десятый. Сейчас увидим, блядь. Поясните, плиз. Пока не агрите. Это... Шаманы, вы знаете тактику на синдру? Да. Это который новый, а в старый? Это который Робундук, да. Я сейчас расскажу, тут несколько механик, которые надо запомнить просто. Ресните, пожалуйста. Че, ресните? А вы не в комнате будете второго дракона бить? В комнате будем бить, но вы ресните. У меня крит. Масуху не трать лучше. Бля. На я мантру, через... Это... в комнату. Через 19 минут у меня... работа. Это кто? Джипси. Хуёво. Да, ну, ДДшку найдем вообще без проблем. Да. То есть, ну, давайте через... потравим, потому что мне в течение получаса должен курьер подъехать. Там, 3 секунды буквально. Меня выкинуло. Заходи. А чё, подабл? Да-да-да. Смотрите, да, можете с Макс РНЖ бить его. Больше, чем 30 метров. Терять не будет. Да, у нас в каждой группе по тремору. КС бить можно еще этот каст. Станом, наверное, чем-нибудь. Я помню, что он сбивается точно. Можно за стенку зайти. Я за стенкой прячусь, да? Ну, так скилловый на это самое дело. Чем-то сбивается, но... Стан дал ворост. Сейчас его попробую. Сигнев небес и стан Таловский должны тоже. Может вернуть? Она бегать начинает, не надо. Есть ладно. Фига ты розового качнул войт вообще. Мне нравится, блядь, все спеки делать. Ты тут мне не прививаешь типов за протоплавара, мне интересно. Ну, блядь. Потому что у меня 5 персов, 6 по плану протовар должен быть. Когда бьем, все в тотем избегайтесь и стойте на месте, и прохиливайте рейд. И это, и жрите маговскую еду заодно. Да, в тотем сбегайте, садитесь, хавайте, хилы хилят. Хилим тоже может поставить. Хант там где-то остался. Там что, а, он там стоял, все. Все, выходим. Так, сейчас я метки поставлю сначала. Просто на один трай пить. Ну ладно. Кого вместо Джипси не нравится? Любого пуга? Так ты без приста хуёво. Ну возьмите. Шапе либо сову надо будет брать. Потому что у нас ДПС сильно упадет без этих классов. Шапе по-любому. У нас один пал. Нужно баф от тёмной магии. Я тебе так скажу, а у нас маг Фрост? Нет. Ну, получается, у нас и восполнение не будет из приста. Соответственно, там мы по-хорошему бы и ретрика или фростмага иметь. У вас и так его не было. Вообще я могу спекнуться. В смысле, не было. Ты не бил взрывом? Да.
Ну, убей взрывом. Это лох получается. Просто обнуляю исполнение. Короче, ладно, слушайте, тактика. Все здесь. Главное, Рога и Шаман, которые не знают. Так. Хант сдохший лежит, его нет здесь. Ну, за Ханта здесь вообще легко. Есть механика, называется обморожение Рога. На тебе стаки будут настакиваться, и тебя будет прошибать, короче. Вот. Стакаешь примерно до 5, и либо кожем скидываешь, либо просто стопаешь урон. Они стакаются от того, что ты бьешь по боссу. Вот. Ну, то есть, первый раз можешь кошем скинуть, потом стопаешь. Шаман на тебя может кинуться освобожденная магия, и тоже будут стаки копиться на тебе. Вот. Стаки через 6 секунд скидываются. То есть 6 секунд, если не кастуешь, за каждый каст ты получаешь один стак. Вот. Когда стаки скидываются, они тебя дамажат. Чтобы сильно не прошибало, тебе 5-6 стаков надо максимум копить. Если вдруг сильно рейд садится, и надо прям супер срочно прохилить, если критическая ситуация, можешь стакать. Если нет такой ситуации, то, короче, стоишь, ждешь. Вот. Потом следующая механика. Босс к себе будет притягивать. Босс кастует притяжку и дает вокруг себя АОЕшку. Вот. От этой АОЕшки нужно убежать. Максимально далеко. Бежим в сторону ступенек. РДДшки можете, у кого нету блинков, спринтов там и так далее, вы можете в мили-зоне стоять, что РДДшки, что хилы, и там хилить, потому что если вы далеко от босса стоите, вас будет долго тянуть слишком. И вы, вот вас... насчет этого момента, все, пожалуйста, стойте как можно ближе, потому что последнего притянутого по нему считается, ну, когда она отпустит нас. Поэтому если кто-то один будет далеко стоять, то нас всех будет долго притягивать. А, ну все, окей тогда, ладно. Вот. Это вот вторая механика, притяжка. Третья механика, босс взлетает. Взлетает, мы все забегаем на ступеньки. Все и милики, и хилы, и ДДшки, РДДшки просто на ступеньки забежали. Сейчас я даже метку поставлю. Вот, ну в зеленую метку будем сбегаться. На двух игроков кидается дебаф. Называется, по-моему, ледяная метка, ну или какая-то метка красного цвета дебаф. Два игрока с такими метками должны будут встать. Один встает в череп, другой встает в крест. Вот. Через 10 секунд на них падает ледяной склеп. За этими склепами нам нужно будет рейду прятаться от бомб. То есть по арене будут взрываться бомбы, летать. Я буду говорить, где они находятся. Можете смотреть, как другие люди прячутся. Вот, и вместе с ними прятаться. Нужно встать так, чтобы между вами и бомбой был ледяной склеп. Он защищает вас от урона. Вот, в принципе, все. Падает 4 бомбы, босс садится, дальше бьем. Те же самые механики. Потом, когда мы перевели босса, он уже перестает взлетать на 35%. Вот эти ледяные метки продолжают вешаться по рейду на одного человека только. Вот. Первый, на кого повешается метка, встает в луну. Соответственно, с луны все уходят. Блин, босса сагрил. Смотрите, если на вас накинулась ледяная метка, когда падает на вас ледяной склеп, он морозит еще всех вокруг вас. То есть, чтобы всех не заморозить, вам нужно, ну, отбежать от рейда. Либо рейд от вас должен отбежать. Вот. Пока можете не вставать, я сейчас объясню до конца, потом встанем. Первая метка выходит в луну, соответственно, все, кто возле луны тусуются, все оттуда убегают. Вторая метка выходит в мили-зону, в квадрат. Все милики из мили-зоны выбегают, ждем, пока туда упадет склеп, и будет притяжка после второго склепа. После притяжки разобьем склеп, дадим Геру и также будем носить метки. Полумесяц, квадрат, полумесяц, квадрат. Ну, короче, блин, без практики здесь довольно тяжело, короче, как сказать, переварить эту всю информацию. А ты по ходу боя умеешь рассказывать? Да, да, да. Я, ну, по ходу боя лучше так делать, потому что эту хуйню кто запомнит. Да, да, здесь слишком много механик.
Можете просто вставать. Там челик с меткой, ты ему говори, блядь, под босса, от босса, и все, право, лево. Типа, когда босса бьешь, но тебе какая-то херня стакается от автоатак. Ее много не стакай, просто escape нажимай, не бей. 4 стака, не больше. Да, короче, сами, вот то, что я не буду анонсить, это отбежать от притяжки. Вас босс притянул, просто бросаете все и убегаете от босса. Жмете спринты, блинки, там, что угодно, короче. Вот. И вторая механика, это вот эти стаки на вас. Освобожденная магия и обморожение. У меня слышно? Вы перестаете либо кастовать, либо босса бить. Ну, на какое-то время. Да, слышно. Все остальное я буду анонсить. Вот, две механики, запомните. Блять, у меня клава нахуй не работает. Что за нахуй? Портал есть прямо на Синдрагосу. Если да, что, да, да. Если что, вставайте и портуйтесь. Есть у кого-то великая космическая субстанция? Одна штука с собой. Уйдет. Что за нахуй? У кого там клава не работает? О, нормально. Так, рыбку поставил, был забав. Сапроты пейте обязательно. Да это. Все дали, спасибо. На пулы? На воида. На кружок. На пулы, да, на паладина. У кого барабаны были друлевские? Нажмите, пожалуйста. Сапрот обязательно, ребят. Так, Элли, Милихас тотем поставишь? И тотем от льда, шаман. Я ауру кастерскую держу. Да, да, да. Тотем от льда. Этот. Короче, когда танк побежит босса пулить, все садятся и хавают рыбу. Кроме хилов. Хилы хилят рейд, пока босс не сядет. Босс сядет, тогда можно бить уже. Давайте, чек на пол. Все готовы? Можешь идти без команды. Танку СС скинуть. Рыбу садись, хавайте, пока мы можно не кидать. Мне кажется, с первого пола мы навряд ли что-то серьезное у нас получится. Бежка, щиты игнорить. Сел, бьем. Я за вашими стаками не слежу, сами следите. Выносить здесь не надо, блядь. Просто на месте стоишь и ждешь. Можно ближе к боссу подойдите. Да, подойдите поближе, РДД, хило. Все, отдвигаем. Убежали на лестницу все. Ложный выпад. Кстати, ложный выпад. На лестницу все в треугольник. А... Меточки по целям. Угу. Да, 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 все хорошо. Вот так и стойте. А, справа, видите, падает бомба. Вот, за склеп спрятались. Ага. Склепы можно бить примерно до 30%. Кто разбирать не знает, не бейте просто и все. И старайтесь без дот бить. По центру падает. По правый стоп. Так, можешь лицом ловить уже бомбу и идти босса ловить. Она вообще не дамажит танка почти. Не бейте. Все, разбивайте теперь. Теперь разбивайте. То же самое все. Да, пока что тренируемся, смотрим, короче. На ресторе освобожденка на одном. Сейчас притяжка будет, как офисом мигать. Опять обнаружен корректоре. Опять поближе.
уже не будет. То есть после притяжки можно ближе не подходить. Да, 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 после притяжки уже жертва будет. Побежали. В трусы все. Все в трусы. Так, Нереса, Райлос. По меткам. Ага. Слева близко падает. Пацаны. Четвертая взлетка это. Чуть-чуть правее центра падает. Так, еще одна бомба и потом разбивать будем. По правой стопить. По центру падает. От этой прячемся. Все, разбивайте. Мало кто бьет. Сейчас подойти надо. Да. Что-то у нас по ДПС, кстати, тромба. Это вторая была взлетка? Да. Да, это вторая взлетка была. Ну, третья еще нормально. До четвертой надо перевести. Поближе подбитят. Нормально, у нас ДПС хватает убить. Но за безроги. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не убьет! В трусы, ребят. Пролом Нереса. Так, прячемся, слева падает. Слева близко. Активнее бейте. До 30% спускайте, да, и без доток бейте. Для автоатакой просто тыкайте, да и все. По правой стопните. По левой тоже стопните. Стоп, 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 вообще не бейте. А, все, разбивайте, разбивайте. Последняя была. Так, притяжки может не быть. Я скажу, если притяжки не будет, то РТД на рейндж отойдете. Все, мы перевели РТД на рейндж, отходите. Сейчас будет метка, первая метка в трусы бежит. Ой, в этот, в полумесяц. Так, я в полумесяц. Прохил. Геру? Прохил, прохил, прохил. Нет, Геру, блин, зря. Ну ладно. Спрячьтесь за нее, скиньте с себя стаки. И разбейте. Вар, ты должен был уже там стоять. Скидывай и сразу забирай. Вторая метка в квадрат. И квадрат нужно будет освободить всем. Диксиона в квадрат. От квадрата отбегите все. Эх. Так, спрятались за нее. Стоим, ждем. Сейчас она притяжку должна кастануть. До половины сломаем. Смотрите, босс кастует. После каста разбиваем. Даем Геру. Но Геру уже не будет, да? Все, разбиваю. Две в месяц, да? А следующая метка тоже полумесяца выносите. Райлос, полумесяц. Отойдите, отойдите от него. Приземлиться потом только. Смотри, ты за полумесяц вышел, тебя дыхание убило. Следующее снова в полумесяц, потом в квадрат. Я после этого сразу отрубаюсь и все. Угу. Работать надо. Вы знаете, почему падаете? Почему? Потому что, внимательно слушайте, за каждой глыбой надо скинуть стаки. Все, ничего сложного тут нет. А вот эта залупа, там, одну в бок,
Ты скажи людям, за каждый глыб. Да. Давайте за каждый глыб ему скидывать стаки. Чего? Давайте так и будем делать. Сразу убивается. Потому что 5 стаков это плюс 100% магического урона. Вы лутаете склеп вместо 15 тысяч, вы лутаете 30 тысяч. Это никто не прохитит, даже сам Господь Богу, блядь. Да ладно, хорошо прошли, почти убили. Ну, да. С учетом того, что народ пал первый раз здесь. Нет. Вообще, да, я рассчитывал на то, что сейчас будут люди механику понимать только. Ну все, сейчас убьем. Просто самая главная механика, это за каждой глыбой скидывать всем стаки. Всем, за каждой. Всем, смотрите, за каждой. Когда босса перевели, на вас начинает стакаться другая херня, короче. Чтобы ее скинуть, нужно спрятаться от босса за глыбой. За глыбой прячетесь, с вас стаки спали, разбивайте глыбу. Все, дальше играйте по боссу. Куда ставить глыбы, я буду говорить. Тут МДД чупа один, который лежал. РДД скидывают за каждый. Если ты не скинул за каждый, ты сдохнешь без прожимки. Еще раз объясняю. Глыба прилетает, 15 тысяч урона наносит, когда 0 стаков. Когда у тебя 5 стаков, она наносит 30 тысяч. Что тут можно не понять, я не понимаю. Глыбы каждые 15 секунд. За каждый ты скидываешь ебучие стаки, блядь. 2-3 стака ты скидываешь за каждой глыбой. Все, босс убивается сразу. Вот эту залупу сбоку, с хуёку, хоть где глыба поставилась, все скидывают за ней стаки. Бегают и скидывают. Или вы читаете тактику, или вот эту залупу, которую кто-то где-то там в каких-то рейдерах, серверах делал. Надо вот эту хуйню объяснять. Вайп, потому что вы не скинули стаки. Все. Ребят, я на одну минуту, курьер приехал. В тактике четко написано. И в приключениях откройте способности, почитайте. И ищешь тело какое-то? Да. Сваки. Я факинг бихипи напишу, может бихипи пойдет. У меня когда нет. Бихипи? Напиши, если он во время, конечно. Так, на бихипе это рога. Блин, короче, нам этот ШП желательно, или сову как минимум. Да, по-любому. Не, напиши, пусть на ФК зайдет, он знает тактики, наверное. Думаю, орачить не будет, что он научился. Чупа, ты это, сейчас понял, кажется, да? Вот этот ложный выпад. Да. Если ты не убегаешь, ну типа на первый жми этот, как он называется. Стоит на макросе, как бы он по КД проигрывается. Нет, там именно надо дать, если ты... Вот он кастует 5 секунд кас, да? Эта хуйня на тебе 6 секунд висит. Ты увидел, тебя притянуло, уже секунда или полторы прошло, или 2 секунды каста. Ты тогда только нажимаешь ложный и бежишь. Либо если ты спринт не в КД, просто спринт нажимаешь, уже тогда можно не жать. Факин, я вчера, знаешь, как я делал? Я поставил первую глыбу. И не давал им разбивать секунд 8, понял, где-то? Ну так и надо. Стаки. Да слушайте, скинули стаки, появилась вторая метка, мы разбили, сразу же ушли на ступеньки. Скинули Геру крыло дали. Скинули за нее, касс прошел, дали Геру и просто залили. Али. И там стаков не будет, понял? Ну, у нас все хорошо двигаются вроде, мы спокойно... Босс... Просто первую поставь, когда глыбу, не сразу разбивай ее, подожди, пока у всех стаки до нуля спадут. Вот кто это говорит? Сгорело. Ты в рейде? Не в рейде, я просто знаю, хожу с таким телом. Вот посмотри, ДПС 7000, 6000, и если ты говоришь просто залили, там явно не такой ДПС. Ну я понял, ну тогда подождите на четвертый залейте. За каждый просто скидывается. Короче, ребят, смотрите, когда глыба упала, вот дождите, пока глыба появилась, сразу бегите за нее, вставайте и ждите, пока с вас снимутся стаки. Если вы забежите поздно, если весь рейд уже скинет стаки, а на вас будут стаки висеть, мы вас ждать, ну, вас ждать никто не будет. Это потом на этого челика прилетит глыба, и он просто сдохнет, нахуй. Не, ну а что нам стоять ждать? Мы можем по 15, по 20 ждать на каждой глыбе. Каждый если должен скидывать стаки, самостоятельно смотреть, сколько стаков, бежать за глыбу, скидывать. Тогда глыба упала, моментально за нее забежали. Главное, дождитесь глыбу, смотрели, и слишком близко не подходите. Один человек вынес глыбу, мы встали, все остальные просто умирали, когда на них глыбу кидалось. Ребят, какие-то дебаты, как будто мы там 15 траев сделали. Человек, да, вообще здесь ни разу не были. Да, все спокойно убивается. Конечно, убивается, если за каждой глыбы стаки скидывают. Нет, ну короче, забей. Ты просто так говоришь, как будто мы реально там 500 траев сделали и 500 раз попадали. Нет, просто сейчас три человека сдохли, когда в них летела глыба. У них было 5-6 стаков. Все, больше тут никаких доказательств не надо. Все ясно, видно было.
Люди подумали, не надо забегать, это не зерг, босс. Надо прочитать один раз тактику. Хватит, пожалуйста. Блин, ты реально очень-очень душный. Ну, серьезно. Ну, блядь, а что поделать? Ну, такой вот я. Такой вот я. Если кто-то не читал тактику, бля, это его в минус просто. Он ямут кидает, заебал. Мы добор ждем или что? Сейчас я добираю человека, пытаюсь добрать. А пойти можно на форуме? Да. Ну, это, Женю попроси в Акате на шамана зайти, тоже тебе как вариант. А где, на ком они сидят? Ну, в Акате на пале сидит, а ФК нет, ну, я посмотрел, уже нет. Вышка не посоветует, тупой. Не, вышка не нужна, вышку я знаю. Он тупой, не, он когда-то был, я его пытался учить, но туповат. Кого с ним, я тяжело обучаю. ФК офнутый. Женю попроси на шамана зайти. Локать. У нас три шамана. Ебать, ну я ж не знаю. Только хотел зайти сказать, не будешь идти, возьми бихиппи с собой, прикинь, ебать. Захожу в дис, и ты уже в это. В ссылка. Тут. Что, тебе труба упала? Нет. В кольцо с принцессой упало. А, череп падал. Нет. Да, вообще говна, короче. Это за прикол с этими боссами, ебать, тут щупальцы появляются, ебать, тут сильно, короче. С них маунт падает, оказывается. Надо рейд на них собирать и заливать. Не обязательно рейд собирать. Стоишь просто в Долоране, в Клаке, в центре, пинаешь этих мобов, он мне два маунта дропнулось. Охуеть, а ну пойду я постою, спасибо. Реально, блин. Стоишь просто, увидел щупальца, начинаешь его пинать. Главное... Захожу пальцы, ебать, такой охуевший, думаю, опа, я там почитал новость, но не думал, что это так круто будет выиграть. Главное просто тычку хотя бы дать, и падает либо пет, либо маунт. Я говорю, я в течение 10 минут вот пета и двух маунтов выбил себе. А что за два маунта? Ну, маунты одинаковые там просто, блядь, ну, падают, без разницы, понял. Есть он у тебя или нет. И персональные? Персональные исцеления, да, персональные. Как бы можно было бы продавать пусть. Да, я тоже об этом думал. К сожалению, персональные. Этот, как его, fucking hell, потом этот, ты видел, я там мысль писал в Дискорде, может все-таки и правда в тюрьму собрать будет возможность? Ой, я бы в тюрьму сгонял, была бы возможность. А, тюрьму вообще спокойно, ну типа я готов, я первых двух боссов знаю. О, а мне место будет? Последнего то будет, я тоже пойду. Атиком пойдем, мои не хотят ходить туда, поэтому я пойду это, ну, собирать. Так что, рестарт ждем, да? Да еще, если сейчас вайпнете, обидно будет, если пару процентов оставить. Я ШП чуть поспамил, ШП нету. Сейчас еще просто ДД. Пикового уже есть. Ну, так, Рога шаман, есть. Но если что, офнулся тоже, потому что этот банк чтоб не тикал. Да через 6 минут дисконт, в принципе, можно этот курить, я думаю. Бабук? Может сгонять свиток взять с стойкостью. Ой. Я шаман, я с духами общаюсь. Это что, своего убили? Нет. Бета-тестера тупо. Какой-то, блядь, бета-тестер. Бета-тест, чё вы трогаете? У вас там хилов нету, если чё. Сейчас так, он зайдёт. Я с ума не отвинцу уже. Да этот припиздок с этими бегал стопудово, я помню, бегал нахуй. Чё, Дань, слетаешь, это сделаешь спек себе? А лок в инсте, да? А лок... хз, он не с ума не сочетал. Да, в инсте. Так, я слетаю за этими, за престовскими свитками. По шкаф ушел. Там еще один лок есть. Необратимо, ты зашел, да, в Дискорд? А, да, все, вижу. Поставь шкаф, пожалуйста. Тык. Почему у рунических свитков
один заряд. 50 же всегда было или нет? 10. А, по одному это не покупаешь. Что-то лок не сумонится второй. Сейчас он спек делает себе с восполнением. А-а-а. Без РДД меткости будем. Здесь тоже. Все здесь? Да. Гоу, баф, и сейчас рыбку дам. Сейчас я метки поставлю, релоад написал. Интерфейс забагался. Все, у всех все бафы есть. Голчек. 10 хп, АП надо. Крик хп. Тогда, пожалуйста, пороги и кулак. Не-не, каску бафните пороги. Пусть лучше живет. Вот, блядь, там 500 хп не решит. Да, по-моему, каска тебе больше дэмэдж апает, если я не ошибаюсь. Там уверен, и силы, и лока же. Я уверен, нет. Короче, как знаешь. Войд, ты готов? Давай, без команды. И гуляй. Садитесь, рыбку хавайте, хилы хилят стоят. Освобожден Камеристори. Короче, на спринтах всегда старайся убегать. В трусы встаньте все, ждем метки. Шаман и Райлас. Слева далеко падает. Подбивайте, но не сильно. До 30% без доток. Справа близко. Слева, близко. Слева, близко снова. Последняя. Упадет, сразу разбиваем. Петри, второй освобожденки. Сильно не стахайте, один килл хилит.
В трусы все. Никто не уцелеет. Я налево. Гламурин направо. Говорите кто-нибудь там, анонсите. Слева далеко. Центр. Центр близко. Лево близко. После этого разбивайте сразу. Разбивайте. В трусы, ребят. Два шамана. Слева. Сильно слева. Все, по правой стопните. Близко слева. Снова близко слева. Глыбы не бейте, сильно справа, близко. Разбивайте. Притяжки не будет, мы переведем быстрее. Первая метка в квадрат. Внимательно смотрим. Гламурина. Сразу все за скайпом прячемся, стаки скидываем. Все, разбивайте. Райлоса в полмесяца, да. Молодец. Я хз, это уже не прохил, похоже. Сейчас притяжка будет. Ну, пробуем, чё. Стой полмесяца. Скидываем стаки. Все, давай Геру заливаем. Заливаем скеп. Играем боссу. Следующая метка в квадрат. Необратимая. Надо будет разбить этот топ, да-да. Снова в квадрат. Нереса, стой там. Прожми дефки. А, ну у тебя на шамане нет дефок. Да. Лексиона. Бля, 7 стаков было. 7 стаков было. Ну, если 7 стаков было, значит ты до этого не скинул. Падайте, ребят. Нет, освобожденки 7 стаков было. Ну, потому что разбили эту гробницу быстро.
Ну, освобожденка это другое, это он сам настакал. Освобожденка это другое, я сам настакал. Ну, там не было варианта не стакать. Там два стака у нас было. Ну, короче, когда на тебя метка вешается, смотри, метка 10 секунд держится, освобожденка 6. То есть там, в принципе, должен успевать скинуть. Не, я про другое говорю. Я сейчас стоял, стакал, хилил, просто тупо хилил. Потому что не прохиливать было нельзя, я без метки сдох. Просто от того, что мне тикнуло 7 стаков. 7 стаков слишком много уже. Слушай, а ты сможешь Машку нажать от льда и потом снова на сосредоточение переключить? Так будет работать? Я не знаю, достану тебя или нет. Лучше встань сам, разбойник. Протопала нет Машки. Да, сорян. Да, забей, я туплю, короче. Да, давай, короче, шаман Элим, ты будешь хилить на третьей фазе. Я и так подхиливал, потому что невыносимо было. Хорошо, это буду полностью в хила. У нас ДПС просто в хлам упадет, если ты в хила спикнешься. Нет, я говорю, что буду хилить на третьей фазе, что не буду дамажить. Давай, да. Да, чупа, постарайся не дохнуть, пожалуйста. Да я не понимаю, второй раз я умираю, как бы отбегаю, блядь, и меня убивает нахуй. Возьми. Слишком значит, медленно отбегаешь. Медленно отбегаешь. Может, СС-ом укинуть? Раз, ты встань поближе к боссу, начнется притяжка, дашь спринты. И после притяжки, правильно, мы убегаем на лестницу, правильно? А еще кош оставь, на тебе возможно обморожение стаки. Я спадаю, ну как бы я не бью, я 5 стаков нахуярил, отхожу, не бью босса. Короче, если все не сдохнут, 3 хила это убивается, только не надо дохнуть. Ты сдохший, не даешь ДПС, 0 ДПС. Хавайте рыбку, нажмите друлевский баф. Шесть минут, короче, банки осталось. Давай кто-то один будет глыбы бить на второй фазе. Кто-то, кто видит, скинул рейд, так ты, допустим, там, или какой-то лок умный. Давай, но у меня если крит не прокнет, я ее 3 часа буду бить. Ну значит кто-то другой. Лок, например, какой-то не глупый. Ну, блин, давай, не знаю, Диксиона поебьет. Чтобы один за это отвечал, а то один тычку дал, другой тычку, метка раньше времени упала, и все, и следующая валит. В смысле, на фазе ты имеешь в виду? Да, на второй. Ну там, если челы стаки не скинули, там смысла нету ждать. Там просто, ну серьезно, там 15 секунд там придется ждать, чтобы, короче, лишние 7 секунд. Для этого носится... Ну, просто такая ситуация вот у нас сейчас произошла. Хил был в глыбе, и, ну, рейд очень был сильно просажен. Ну, для этого третий хил есть, и для этого все метки можно нести в луну, и не ебать мозг, и убить уже босса этого ебаного. Не знаю, вы что, только в бисовых итем левелах убивали его или что? Да, давайте полумесяц, реально у нас миличников нету. Чупа, тогда смотри, фаза начинается вторая. Я не знаю, доживешь ты до нее нет. Ну короче, если доживешь, просто выходишь, встаешь на лестницу и не бьешь босса.